Покинул брат, этот мир покинул, без веры ушел, навечно сгинул. Не познал Аллаха, не читал намаз, не открыл Коран, усладу глаз. Так и не узнал, что вечность потерял, думал, что в жизни он больше страдал. Нет, в темноте могилы он узнает, как неверных ангелы встречают. Не помогут ему ни деньги, ни дети, ни медали, ни провожающие эти. Вот исчез белый свет, что обманчив. Он мишурой так был заманчив, обманул тебя, ты проиграл. Все, что нажил, с собой не забрал. И три вопроса Мункара и Накира больнее, чем все страдания мира. Трудно понять, что ты проиграл, дарвинизмом жил, сердцем принял. Слишком поздно, что теперь скажешь, что про Господа им ты расскажешь, что про пророка, что про ислам. И поверят ли они твоим словам? Кто Господь? Этот мир. Кто пророк? Попсовый кумир. Твоя религия? Звон монет. Таким никчемным будет твой ответ. Вспомни, как часто ты смеялся, как от слов имамов отказался. Мимо мечети всегда проходил, для намаза минут не находил. Не знал, что смерть нежданно приходит. Не знал, что смерть везде находит. Твои знания не смогли огородить, не помогли смерть опередить. Люди плачут над могилой твоей, но какая тебе польза от этих людей? Над тобой читают аяты Корана, слова Аллаха, которых ты считал обманом. Но какая от этого польза? Какая польза?